Ты похудел. Желудок пережал. Раз убить тебя не получилось, как договаривались, 200 тысяч. Отдай фотографии. Они в конверте. Оставьте деньги. Что? Я отказываюсь. Отказываешься? Я отказываюсь от шантажа. Это какая-то уловка? Я не гад. Я больше не хочу быть с этим связан. И не забывай, это твои люди подложили мне в кабинет бомбу, так что если не отвалишь, я пойду в полицию. Это шантаж. Не шантаж. Ты говоришь, что если я не отдам деньги, ты не пойдешь к копам. Да, ладно. Я шантажирую тебя, чтобы ты не шантажировался. Значит, мы в расчете? В расчете. Свинцовая сопля. Супер гадко. Простите, господин мэр. Все кончено. Сдохни, пластоид, сдохни! Ты не поразишь этот мир, как прежде поразил мой пластоид. Какой пластоид? Это у меня? Брешер, стой! Ясно. Он должен сдохнуть. Пошел, заходи, Джо. Флэш, ты идешь со мной. Слушай, не нужно этого делать. Нет, нужно. Оставь его в покое. Он не вторгался на твою планету, не делал ничего плохого. Он стал таким из-за меня и моей команды. Если тебе не нравится он и его силы, разбирайся со мной. На этом ведь уже все. Просто мне штаны бы сменить. Мэр взял Джо в заложники. Мне сейчас не хватит скорости, чтобы допрыгнуть до вертолета. Перенесешь меня туда? Что ты? Горизонт событий разорвет вертолет. Но Джо нужно спасти. Что будем делать? Ты мне поможешь. Я? Да. Как? Растянись, схвати его. Ты с ума сошел? Я не могу. Нет, можешь, понятно? Я знаю, что ты готов помогать тем, кто нуждается в этом. Я знаю тебя, Ральф. Как ты можешь меня знать? Чувак, да ты прикалываешься? Так ты Флэш? Остальные от ударов вполне дохнут, а ты получаешь суперсилы? Да, именно так. У тебя такой ассистент. Мне нравился Флэш, а теперь я должен тебя ненавидеть. Ральф, соберись. Мне нужна твоя помощь. Джо, нужна твоя помощь. Пожалуйста, докажи, что я был неправ. Ты сказал, что ты хороший коп. Так прошу, будь им. Какого дьявола? Держу! О, боже! Выручай! Держись, Ральф! Сесиль беременна.